Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snow Worm TV. У нас очередная новая игрушка, доступная в Steam, кстати, уже. Стоит, по-моему, около 300 рублей. Если кому-то понравится, берите на вооружение, сразу добавляйте в wish-лист. Так, есть русский язык, я так понял, это русские разработчики. И, видимо, какая-то маленькая инди-студия. Так, ага, вот я тут уже что-то нажал. Давайте смотреть. Играем мы за пионерку и будем бороться со злом и дикими пришельцами, короче, в этом мире. Мне очень понравилась рисовка здесь, поэтому я и обратил внимание на эту игрушку. Так, Марта нас зовут. Я быстренько проскипаю диалоги. Кому интересно, всегда можно будет к ним вернуться, если вы хотите со мной поиграть. Так, летучка пролетела какая-то. Ага, так, я проскипаю, хорошо. Так, я знаю, как ты как избавиться от пришельцев. Вооружись и направляйся через лес к старому дубу. Там тебя ждет следующее письмо с наилучшими пожеланиями. Тут почти ничего не видно. Похоже, ты прожег письмо, пока его доставлял. А, вот почему там есть эти... какие-то... Так, подожди, это же... Какое письмо? Это единственное оружие, что у меня есть. Это старый обычный топор. По идее, единственный топор в лесу сражается со злом. Всегда готов. Так, ну мы как бы играем за пионера. Пионер всегда готов, пионер всегда здоров. Окей, опа. Так, а у нас инвентаря, я так понял, нету, да? В этой игре. А, ну она сделана как платформер. А не как Metroidvania. Ладно, допустим. Загрузка. Побежали, Марта. Кустики можно рубить. А у нас есть только прыжок и удар пока, да? Опа, пчела. Бж-ж-ж-ж. Какой-то шмель. Бж-ж-ж. О, это есть привет. Ого, какой огромный шмель. Меня зовут Домика Бум-Бум. Бум-Бум. Кого он, интересно, бум-бумкает? Как? Домика Бум-Бум. Я обычный местный шмель. Просто пролетал мимо и заметил это без... Тящую штучку у тебя в руках. Просто топор. Я знаю, вообще-то это уже видел эти бородатых людей и часто наблюдал, как они управляются этой штукой. Только у них были покрепче. Я вообще-то весьма наблюдательный. Ж-ж-ж. Так что я могу помочь тебе осваиваться с твоим топором. Ладно, давай, только побыстрее. Иди за мной. Это, короче, эдакий туториал. Пчела-туториал. Бум-бум, блядь. Ну, полетели бум-бум. Видишь этот трухлявый пень? Он стоит прямо на дороге. Если ты его уберешь, все будет... Короче, его надо это шмякнуть, да? Раз, 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 раз. Отлично. Вот и считай основной навык топора освоен. Спасибо, ты очень помог. Еще не все. Бежим дальше. Да погнали. Почему-то только странно, он жопа летает, а не передом. Да ладно. А, тут, видимо, прыжок будет, да? Попробуй забраться на этот обрыв. У тебя обязательно получится. Хотя у тебя такие тонкие ножки. Просто запрыгни и подтянись. Ну, тут... Да, тут есть зацеп. Так, ну это, видимо, сломать нужно. Дальше не знаю, сюда просто это... Здесь нужно... А, тут какие мозги? Вот так вот ломаешь, и все. Все, и погнали дальше. Соорудил мозг, значит, ты еще умный. Я же пионер. Пионер всегда умный. Всегда готов, всегда начитанный, всегда с галстуком, с красным. Какой-то грубиян. Нет, я милый и пушистый. Доминик Бум-Бум, давай. Лети, лети жопой дальше. Кстати, смотри, что у меня есть. Что у тебя есть? Опа! Откуда ты это, интересно, взял? Знаешь, что это? Они тут везде поваляются. Нет, красивые, правда? Если найдешь еще такие, я их на что-нибудь обменяю. Ну все, у меня дела. Улетел. Так, какие-то эти полумесяцы. Я так понял, это типа валюта местная. Так, а секреты есть, интересно, здесь какие-то? Но судя по тому, что сюда можно спрыгнуть... О, нашел секрет. Люблю, когда, кстати, вот таких разных, да, в 2D-платформерах есть какие-то скрытые места, куда можно залезть, что-то подлутать. Опа, нормально. На. Это был пришелец. Так, подожди. А как тут? Ага. Такая мелодичная музыка здесь, кстати. Ты бежит пионер с топорищем, херачит пришельцев, и такая музыка легкая, ненавязчивая.
Нормально. Вон он, смотри, спит. Сюда иди. На. Только одни глаза слетели с него. Ладно, собираем тут все. Так, вверх и удар. На башку бы как бы не упало. Пошел отсюда. Судя по описанию, здесь написано, что здесь будут головоломки различные и какие-то комбинации ударов. Поэтому сейчас посмотрим, дойдем, что-нибудь возможно... А! Возможно, что-то, какое-то улучшение будет. Мы же не просто так собираем эти. Так, это что? Ничего, да? Как роет прекрасный вид. Надо это задокументировать. О, лес. Локация. Вторжение. Монстры. Коллекция. Достижение. Синокос. Коси 100 травы. Арты. Так, а вот это, походу, инвентарь. Атлетика. Навыки. А, видимо, будут какие-то навыки, да? А, вот здесь еще можно перелистнуть. Топор. Прикольно. Задумка в виде этой тетрадки, да? Мусор какой-то нашел. Что это? Банка. У нас, кстати, полоска сверху с хпшками и плюс какой-то 7 сердечек. Это, видимо, это что? Это континуумы? Пенечек сломаем. Опа, улитка. Так, аккуратно, она не с первого раза умирает. Она все-таки все равно умирает. Интересно, есть ли тут боссы? Ай. Хватит кричать. Так, а что за жижка? Ага, понял. Аккуратненько. Ножки не запачкай. Все будет нормально. Тут нельзя пройти. Давай вниз сходим, посмотрим, что тут. Блин, ну это улитка. А что вот с них падает такой красный? Это опыт или хпшки? Секретный рычаг. Давай наверх нам нужно. Тут, кстати, я так понял, она просто исчезает, а потом опять рисается заново. Удар вниз есть? Есть, кстати. О, вот тут ломается? Нет. Ай, аккуратно. Так, а давай вниз. Здесь ничего нету. Но пока у нас только механика топора. Магии пока никакой нету. Есть ли она тут вообще, не знаю, конечно. На самом деле, такие игры, платформеры, да, 2D-шные, делаются, ну, очень просто. Самое тяжелое в таких играх — это отрисовать локацию, да, персонажа придумать, нарисовать персонажа, нарисовать им всю анимацию, да. А то, что, ну, 2D, это, в принципе, не так трудно делается. Я в свое время тоже сидел, учился вот всему этому, как делать. Даже пару игр сделал. Поэтому примерно понимаю, как это все работает. Самое трудное — это вот нарисовать все это. Ну и придумать какой-то этот, да, вот. Какой-то из... Ух, нормально. Какую-то историю придумать. Так, это что такое? Шишка упала? Я хочу ачивку 100 кустов. О, опять ты пролетел. Давай, бум-бум, здорово. Опять ты?
А у тебя есть еще эти блестяшки? Да, есть, кстати. Вот тебе за твои старания. Что там такое? Опа, сердечко. Если соберешь достаточно много, я сам найду тебя и дам что-нибудь взамен. А, теперь 8, кстати, их. Подожди, подожди. Ну что еще? Видишь вон ту камень... Да, вижу. Каменюку. Каменюка. И что ты? Она какая-то нервная. Вот, но ты ее не бойся. Если попадешь в сложную ситуацию, всегда можешь начать... А, ну это этот... чекпоинт. Это, ну, пчела... Пчела-подсказчик, я бы сказал. Я так понимаю, еще не все. Ага, видишь, какая трещина на этой стене? За ней можешь цепляться твоим топором. Попробуй сделать удар, пока... А, ага, вот даже, спасибо. О! Механика новая. Бум-бумка, давай уже лететь сюда. Сюда иди, как вот туда... О! Это фиолетовый крокодил. Мои полномочия, все. Пока. Но ведь Домика Бум-Бум. Какое дурацкое имя. Ладно. Топор не подведет, да. Домика ту Бум-Бум. Так, ёпт. Ай. Тихо. Тихо. А у меня переката нету, да? Странно, почему у меня нет переката. В этой игре. Бум-бум, Домика. Ты что-нибудь? Ну, я так понял, это такой очень простенький платформер. Не нацеленный на хардкор игроков, да? А, дракончик опять внизу. Замутузил его. Еще один, блин. Так, а что там за... Ай! Хотел как Марио на башку ему прыгнуть. А, красные точки это не опыт. Это хпшки. Ты это можешь ломать? Нельзя. Так, сундук, рычаг. У меня теперь встал вопрос, есть ли тут боссы в этой игре. Пока особо головоломка в этой игре не вижу, кстати. Проще его так замудохать и собрать с него хпшки потом. Нежели прыгать и пытаться уворачиваться. Сюда я могу залезть? Так, пока мы эти, кстати, полумесяца никуда не тратим. Ай-яй-яй, блин, ловушка. О, грибочек. Раз. Так, все, отстань. Ой-ой-ой, придется себя убить. Давай мне хпшки. Потому что тут вот эта штука вылазит-залазит. Давай, вылазь. Опа, хорош. Тихо, аккуратно. Кстати, на стене топор оказался намного больше, да, размером, когда она взяла их в руки. Топор стал намного меньше. Еще одно сердечко. И еще сердечко. Два штука. Отлично, 10 у нас их.
О, ну-ка. Нормально. Физика. В игре есть физика. Так, а здесь ключ нужен какой-то. Так, а где ключ взять? А, внизу вижу. Внизу ключик. Даже анимация вставления ключика есть. Поехали. Уже 155 у нас лун. Но мы до сих пор не знаем, куда их тратить. Кстати, джойстик неплохо работает, то есть, ну, можно играть на джойстике. Я не знаю, почему в таких играх играют все на клавиатуре, потому что, ну, это кощунство. Я считаю, что играть платформеры различные, да, играть именно на клаве мышки, да. Такие игры созданы для джойстика. Очень удобно в них играть на джойстике. Развалиться где-то на кроватке. А еще классно играть в такие игры на Steam Deck, да? У кого есть Steam Deck, допустим. Потому что стопудово такие игры очень хорошо оптимизированы под Steam Deck. А тут, в принципе, нечему, да? 165 FPS выдает. Ой, не заметил его. А! Ты... Поганка. Это что такое? А, я думал, что-то лежит. О, можно, кстати, присаживаться. Ползать нельзя. Вот их иногда, кстати, не видно. Они с этим сливаются, с фоном. Ах ты! Тоже какой-то опасный цветок. Так, нам сюда, наверное, да? Нам нужны хпшки немножко. Так, это чё? А, вот, загадки пошли, да? Ага, все, вижу. А как? А, понял. Это сбросить. Изи. Крокодил, пока. Блин, он за мной будет так и будет за мной бежать. Это как, знаете, как волк и красная шапочка, да? Мне бы шапочку красную, конечно, и я буду очень похож. Не достану так? Ага, надо обойти по кругу. Блин, не заметил его. Сидит он тут. Оп, оп. Катились. Блин, что-то на башку не упало. Так, крокодайл. О, ачивка. О, скосить 100 травы. На. Вон он сверху камень, кстати, его видно. А я сначала не заметил, что там есть камень. Так, тут есть какая-то дырочка, нету?
Дырочек никаких нету. Дырочки не замечены. Двести три, кстати, уже полумесяца. Топором ему по хлебальнику. Так, это сломается, наверное, да? Нет. Я думаю, сломается подо мной. О! Новый враг. Гусеница какая-то. Гусеница-многоножка. Не спать. Просыпаемся. Такая, кстати, в ухо заползет, мало не покажется. Нам наверх надо. Нормально, это вода, что ли? Серьезно? Опа. Водичкой полили, гриб вырос. Вверх, пожалуйста. 2-2-2-2. Нормально, да? У меня. Количество этих полумесяцев. На самом-то деле очень затянут первый уровень в плане того, что у нас до сих пор одна какая-то механика удара топором и нет какого-то разнообразия. Двойной прыжок, там перекат, не знаю, луком стрелять там или что-то типа того. Мы столько уже шагаем, да? И монстров, мне кажется, монстров мало на карте. Это что? А, это колесо. А, тут какая-то загадка, да? Тут, вы смотрите, что фиолетовая полоса идет. Так, дракон. Не всегда, кстати, его ударить можно. Он, когда начинает атаковать, по-моему, не засчитывается удар по нему. Еще. Ага, и вот тут еще сверху. Вот это еще один. Так, отлично. А теперь что? А где... Так, ключ нашел, кстати. Подожди, а я наверх не допрыгну же. А, мне нужно открыть ключом и опустить еще один каменный такой. О, дед, здорово. А, спасибо, что открыли двери, но я никуда не пойду. У него какая-то штука на голове. Мне запрещено делать статую. Я рад их появлению, теперь у меня есть цель в жизни. А, вон он какую-то делает. У него мозг. Захвачен инопланетянином. Странно, но деду помочь нельзя. Как бы, ну, сбить то, что у него на голове. Ладно, пускай делает статую. Чё бы нет-то, да? У него свой путь, у меня свой. Это не такой страшный враг. Пока самый страшный враг это волк-собака. Ну вот, не ломается. А может быть сверху вниз надо прыгнуть и это, и как бы шмякнуть и... О! А, камню надо. Давай, катись сюда. Поехали вниз.
Ну, с него, кстати, много выпадает этих, поэтому не страшно. Откуда поехали вниз. Так, еще одна дверь. Без ключа. Ну все, танкеры, бегай. Камень сверху, вижу. Это не страшно. С двух ударов умирает. Вот ключ. Опа, камень. Все, погнали вниз. Там чекпоинт был внизу, кстати. Это я заметил. По мне, слишком простоватая игрушка. Но, возможно, кому-то нравится, потому что не все же любят хардкор какой-то, да? И пока особо загадок не вижу в этой игре. О, босс! Чё, босс будет? Точно. Бать, ёж какой-то. А, у меня прис... Подожди, а как его убить? А, вот он бьется. Кстати, не... А, все, я его убил. А я, сказать, не видно хпшник, хпшек его. Обычно в таких ситуациях удобно, когда ты его бьешь-бьешь, он немножко, по-моему, краснеет. Ну, как кто помнит, в Черепашке-ниндзя кто играл, да? На Денде. Когда бьешь босса, он начинает краснеть, потом еще ярче, и потом умирает. Вот. Либо... Ну, это просто придирки. Либо добавить ему хпшку какую-то, этот бар, да, вот этот... Либо, ну, сделать так, что когда ты его ударяешь, он краснеет. И, в принципе, видно, когда он умрет. А, еще к уровню сложности. Я к тому, что с каждого моба высыпаются вот эти красные хпшки, да, красные. И тем самым почти жизни не тратится. Даже вот бьемся мы с этим, с боссом. Убивая вот этих маленьких... его этих миньонов, с них тоже падают хпшки, и у нас, видите, полный хп. Хотя мы просто тупо его это танковали. Как бы даже особо не пытались уворачиваться от него. Опа. Опять эта бабочка летит. Хей! Тот странный зверек. Я знаю кое-что важное. Есть 4 кристалла, которые не дают порталу закрыться. Они надежно спрятаны, но я знаю, как их найти. Где-то неподалеку должен быть большой камень. Если ударить по нему, со всей силы откроется портал. Прыгнув в него, можно войти в иной мир. Именно там находятся эти кристаллы. Нужно... Нужно и кристалл, и вернутый... Нужно что... Нужно найти кристаллы и вернуться обратно. Все, понял. Бедная бабочка. Опять ты прожег письмо. Значит, ударить по камню со всей силы и что-то сделается. Ладно, попробуем. Я и мой топор станем примером для наших товарищей. Вот это, да? На. Опачки, портал, полетели. Уровень пройден. Время 27 минут 14 секунд. Жизни потеряно 0. Собрано 251 из 309. Все, мы куда-то побежали. Кстати, вот получается раз... Ну, уровней 7, да? В игре. Так, новая локация. Так, и где мы? Кажется, у кого-то период застоя. Тишина, дикость. А! Подожди, а мы просто так собираем эти луны, что ли? Я не понимаю. Или к определенным количеством... А, мы ничего не апгрейживаем здесь, я так понял.
определенное количество лун, я так понял, 50 либо 100 мы собираем, и пролетает этот бум-бум и дает нам одно сердечко. Ну, странно, я думал, мы что-то будем покупать на эти луны. На самом деле мы, походу, не будем... Давайте, кстати, здесь время уже много, мы уже играем. Давайте здесь остановимся. Прикольная игрушка, слишком для меня, по мне, слишком легкая для меня. Но, возможно, для кого-то она будет такая, знаете, просто медитативная. Посидеть, поиграть. Рисовка мне очень нравится здесь, но я вот пока не заметил. Мы прошли целый уровень, и у нас не появилось никаких способностей, кроме одного топора. Вот. Что как-то, ну... Как-то не разноображивает игру. Хочется разнообразия в игре. Но его пока я не вижу. Вот. Ну, всем, кому данная игрушка понравилась, берите на вооружение. Добавляйте wish-лист. И, в принципе, пробуйте, покупайте. Потом пишите в комментариях, как, что вам нравилось, не понравилось. Ну, а с вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы, все ссылки будут в описании. Увидимся всем. Пока-пока.